голограмма. Так будем поднимать? Или снимем? Или она... Она от него рядом отделена. Отделено. Хорошо, накидываем на нее нашу сетку. 1, 2, 3. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Нормунцев, защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с Нормунцем и этой голограммой поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Нормунца. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. А выпусти голограмму. Хорошо, даю команду. Значит, 3 голограммы идет в клетку-тюрьму. Там его часть. Он как раздвоенный. Да ты что? Хорошо, он меня слышит? Я не пойму, куда смотреть. В клетку, на его части или на его тонкую копию. Верни эту часть, притяни назад. Хорошо, даю команду. Значит, 3, если в этой части, которая находится в клетке, находятся родные энергии, биоматериалы, частички души, Нормунца. Там память. Память, все его родные энергии, все возвращается назад. Пошел процесс. Да, он соединился сейчас. Хорошо. Норманс, вы меня слышите? Он как плачет, у него слезы идут. Он говорит, я не понимаю, что происходит. Я слышу, да. Хорошо. Ну, у вас какая-то сущность сделала голограмму, и часть вашей души была в этой голограмме. Сейчас мы это все вернули назад. Не беспокойтесь, мы все разберемся. Вы даете нам разрешение на работу? Да, даю. И я даю команду. Значит, сканер сканирует пространство над головой Нормунца под ногами 360 градусов вокруг него. И эти 7 тонких тел Нормунца находит все. У него нижних много. Демон, джин, суккуб, арахноид на голове, ящер. И у него как робот какой-то рядом с ящером. Робот идет в соседнюю клетку. Готово. Отлично. Чья голограмма? Надо ответственно загорается маячок. Ящер. Ящер. Считай цифру этого паразита над головой. 346. На каком основании ты оказывал массивное воздействие на этого человека, ящер? На каком основании ты расщеплял душу? Эксперименты. Серьезно? Любишь экспериментировать? Люблю. И я люблю. В моих руках появляется шар живой плазмы. Вот это я намерен. Плазма тебе. Живая. Да, живая. Моим ДНК. Ты же не собираешься применять ее здесь? Я нет. А вот Нормунц, если он скажет применить, на тебе, отдать тебе этот шар живой плазмы, я тебе его отдам. Мне он это не... целый, а плазма может повредить меня. Не только повредит, она уничтожит твое ДНК. И это было уже неоднократно с ящерами и гуманоидами. И вот так ты близко подошел к этой черте. Я сегодня узнаю, сколько процентов энергии души ты у него украл. Я установлю всю картину и буду дальше решать, что с тобой делать. И сколько ты находился в этом биополе? Я все верну. Нет, так-то легко украсть душу. Ой, я тебя прошу. Она и так маленькая. Да, хорошо. Так, я даю команду сканеру. Сканер, просканируй Нормунца на полноту души в процентах. 96. 4% не хватает. 4% вернем. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе, ящер? Я взял их тебе в копилку. Ну, хорошо. Я тебе показал сегодня мою копилку. По дорогим душам. Угу. 14 лет находился. У тебя есть какой-то контракт с ним? Зачем мне его? Контракт или согласие? Ну, тоже верно. Хорошо. Но сейчас от этого согласия, этого контракта зависела бы твоя судьба. Если бы он был бы, это был бы совсем другой разговор. А так это несанкционированное вхождение, порабощение, разбивание души. Это запрещено. Было устное согласие. Ой, устное не считается. Начинаем с реверса энергии. Все знают, где они находятся. Я в процессе реверса я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, кто будет обманывать, кто будет мне мешать. Тот будет получать, соответственно, на своей частоте такие удары, что он запомнит на всю свою жизнь.
Я даю команду тонкой копии Норманца спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. Одновременно выстраиваю канал прямой к голограмме гуманоида, ящера. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Норманцу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Что возвращается? Посмотри, пожалуйста, Вера. Кому? К ящеру, его голограмме. Непонимание. Он не понимает. Свои поступки не понимает. Он не понимает, почему он не двигается. Почему происходит то, что происходит. Ситуации, которые с ним случаются. Это все, что... Он не дает отчета себе и своим поступкам, почему так случилось. И это много лет он к этому привык, он не понимает, что это воздействие. Он уже это за свое принимает, да? Эти энергии, эти мысли. Хорошо, Вера, посмотри, а к этому роботу идет что-то? Или он связан с гуманоидом только? Он с гуманоидом связан. Через него, да? Через голограмму. Ждем окончания реверса. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. Ты присутствуешь в квартире Норманца? Нет, он не присутствует. Кто из присутствующих присутствует в квартире Норманца? Никто не присутствует, так как он постоянно переезжает. А, понятно, хорошо. Благодаря, кстати, Джину. Это Джин так делает, да? Ну что, Джин, и до тебя дошли. Считай ножками цифры. Ножками должен ходить больше. Считай цифры у Джина над головой. 83-21. Это золотой Джин. Он ему рюкзак на спину одел. Из пыли. Чем ты объяснишь такое массивнейшее воздействие? О нет, это обычное воздействие. Ходить, зарабатывать, переезжать, мотаться. Он тебе давал повод вообще так на него воздействовать? Какие частоты? Конечно, притянули? Повод. Ну и расскажи мне. У нас один заработать. Джин, мне сейчас кажется, ты не оцениваешь до конца серьезность этой ситуации, в которой ты находишься. Мне стоит сделать одно движение, и вся твоя чалма. Все твои сосуды, золотые, украшения, все твои серьги и сосуд вместе с твоими золотыми монетами переместится в соседнюю клетку. Ты этого хочешь? Нет, я не хочу, чтобы Джина раздели. Задай правильный вопрос. Я тебе задаю еще один раз вопрос. Чем объяснить такое массивнейшее воздействие на него? На какую частоту ты пришел? Сладкую чистоту, денежную чистоту. Идей у него много заработать. И сколько этих процентов идей у него получилось воплотить в жизнь? Из 100 процентов сколько? Скажем, 20. Значит, 80% ты забирал себе. Хорошо, Вера, как у нас с реверсом? Посмотри, пожалуйста. Закончился реверс. И еще вопрос, Джин, сколько ты находился в этом биополе? 8 лет. 8 лет. Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Норманд забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Норманд себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Посмотри, что идет из голограммы, Вера. Все идет. ДНК. Душа. Он вообще... Ему какая-то информация идет, у него душа как камень, как заржавела. И у него вот возвращается все, оно как будет его душу. И из него как комки какие-то выходят, вот слезы. И он много в себе держит. И вот это сейчас все его тонкой копией как набухает. Того, что к нему возвращаются эмоции какие-то положительные. Вот за 14... От Джина. За 14 лет мог и забыть. Конечно, Джин забирал все положительные эмоции. Посмотри, Вера, какой у нас демон находится в клетке? Цифры над головой? 12. Сколько ты находился в этом биополе, демон? 3 месяца. Где зашел? Из портала выскочил? В квартире, там, где он жил, понятно. Хорошо. Скажи мне, есть лярвы в биополе Норманца? Голова. Они тебя интересуют? Да. Хорошо, дойдет очередь, я тебе дам отдельную команду на них. И суккуб, как долго ты находился в этом биополе? 4 года. На что ты зашел, я спрашивать не буду. Понимаю, это на фантазии, правильно? Нет, не на фантазии, на желание. На желание, хорошо. Ждем. Он показывает такое желание, что у него внизу пах болит.
А, вот как. Так подожди, это желание было до тебя, или ты это делал, такое желание? Это должно было быть до тебя уже, да? Желание было, на него я зашел. Хорошо. Реверс закончился. Хорошо, мы все забрали. Тогда начинаем сейчас с арахноида. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки, ничего не забывая. Возвращайся назад и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай, арахноид. Снимает затылочная часть у него, голова, шея, плечи. У него очень много накручено паутины вокруг головы. Как оно? Каша в голове, давление, головные боли? Все это было? Значит, он больше снутри, чем снаружи, потому что снаружи у него действие вот этой платы было, непонимание. Посмотри, как... А он сверху, он поглощал энергии. Разрастался. Плюс от переездов он оставлял свои. Потомство в каждой квартире. Да. Все понятно. На радость всем другим. У него инкубатор на голове. Ничего себе. В этом наплетенном. Ага, комке. Шапка, комке, как сказать даже. Ну так и есть комок. Круг, да, такой вокруг. Все сняло. Суккуб, выходи, снимай все свои ошейники, ленточки, все, что ты оставил в его биополе, отключайся полностью, ничего не забывай. И возвращайся назад. Суккуб говорит, что он красивый. Хорошо. Суккуб это... любит такой стиль. А когда суккуб любит, никто другой не может любить. Значит, ты ни с кем его не делил, поэтому, соответственно, он всегда оставался один с тобой. Со мной. Ну, правильно. Все снял. Во всяком случае, последние 4 года. Хорошо, Джин, твоя очередь. Выходи, тебе не надо. Снимай свой рюкзак, всю пыль, все, что ты оставил в биополе Норманса. И доложи мне, что ты все убрал и готов к проверке. Он как тяжесть у него на спине, этот рюкзак. Как гора с плеч упала у него. Да, я как слышал. Как расправил плечи. Ничего. На руках у него тоже пыль. Вокруг бедер все забрал. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай. На месте доложи мне, что ты все снял. Приступай. А он говорит, о чем мне снимать? Я здесь новенький. Но есть у тебя что-то? Есть, сниму. Здесь были сапоги из этой же пыли. Джина, он убрал ее. А у демона на бедрах стоят качели. Вот, о них и речь. Он его давил к низменным целям, как он говорит, к низменным желаниям. Но не успел раскрутить хорошо. И тут пришли мы, да? И испортили тебе весь праздник. Хорошо, Джин, демон, разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Где они там находятся, Вера? На затылке. Да, снимай это все. Готово. Еще ящер у нас остался. Ящер, что-то еще осталось, кроме голограммы и робота? Нет, ящер держался как можно дальше. То есть подключена была голограмма, робот управлял. Потом понятно. Потом был ящик. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Норманса С до 100%. Заканчивается автоматически. У него дрожь такая по телу идет, неприятная. Пройдет, если он синхронизирован по полной программе, причем со всеми. Готово. Хорошо, включаю внутренний белосвет Норманса 1, 2, 3. Едем светом, выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной остаточной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел. Выдавливает это все. Формируется перед Норманцем шар. Да, есть. Большой? Небольшой меч. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он чистый. Хорошо. Все убрали. Начинаем отпускать. У него у ящера еще 2% дождя осталось. А где они находятся-то? В самом ящере? Я не знаю. Он сказал, что у него где-то они... Хорошо. Я даю команду на 4, 1, 2, 3. И реверсом забирает назад все частички своей души. Да будет так, а так и есть. Все летит назад. Они в небольшой коробочке. Коробочку трясет, но она не может притянуться. Сила моего намерения... Она не может открыться.
Хорошо, ты ее видишь? Монитор ставим. Я вижу ее. Там все. Есть другие коробочки. Это должно быть Норманса намерение. Хорошо, Норманс, вы хотите забрать свои частицы души, которые у вас украли. Хочет он. Сформулируйте сейчас это намерение. Настройтесь. Готов. Отлично. На счет три выстраивает канал Норманс к своим частичкам души и забирает их назад. Да будет так, а так и есть. Но эту коробочку разорвало, и души соединились в свет Норманса, и оттуда что вышло. Зашло к нему все. Отлично. Даю команду скеннеру проверить Норманса на полноту души. Пошел процесс. 100. Даже чуть больше. Хорошо, Норманс. Ваша душа на месте. Вся. Будем начинаем отпускать. Арахноид, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывая наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо, суккуб. Ты больше не придешь в это биополе. Ты готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Джин. Мне повторить? Для тебя отдельно, чтобы больше приходить сюда не надо. Нет, нет, Джин, все понял. Хорошо. Готов уходить? Это еще какую-нибудь плазму для меня достанешь. Готов уходить. У меня есть хуже, у меня есть энергия царя Соломона для тебя. Вот это будет похуже плазмы. Поскольку до этого не дошло, ты кооперировал, у меня нет оснований их применять. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Джин хитрый, потому он безболезненно уходит. Ну, хорошо, пусть будет готово. Так. Хорошо, демон. Тебя интересует эмоциональный фантом? Еще как интересует, его разрывает от эмоций. Чего не видишь? Я-то вижу, но меня интересует информация. Я сейчас буду перечислять все эти эмоции. И когда они выйдут, ты мне скажешь, какие основные, из чего все вытекает. А давай. И я даю команду. Выходит эмоциональный фантом Норманса. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Да все там есть, и дезориентация, и агрессия. А главное, он все вглубь засовывает и прячет. Норманс, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сгенерировали? Он готов, но он чувствует, что в нем еще есть. Еще есть что? Другие эмоции. Негативные? Хорошо. И даю команду на счет три. Все негативные эмоции, которые я еще не перечислил, Норманс о них знает, начинают выходить и летят в этот же эмоциональный фантом. 1, 2, 3. Выдавливайте все. Готово. Отлично. Готовы расстаться? Да, готово. Сворачивайте энергию в шар. Демон, забираешь? Давай. Отправляю демону. Ох, сколько сомнений. Можем только передать Нормансу. Хорошо, демон, ты готов уходить? Да. Больше не подходи к нему. Открывается портал внизу на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Ставлю огненную пентаграмму, и демон сказал, что пусть Норманс ко мне тоже не подходит. Он имел в виду свои эмоции. Абсолютно верно. Эти эмоции, которые я перечислил Норманса, он имел в виду то, что это его энергия. Вот эти все его частоты, сомнения, нервозность, испуг и так далее, это притягивает их, чтобы вы просто понимали. Нашел. Отлично, хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Здесь я. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь такой ящер 346, 14 лет сидел, робот был, голограмма, разбил голограммы пополам его, там была частица его души, в общем, я не знаю, что такое массивное воздействие на него оказывал. Но у этого ящера есть еще коллекция. Где коллекционер. Он... Да, 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 да. Забираем. Мы забрали все коллекционера. Души. Осталась коллекция без присмотра теперь. Голограмму скидывать? Если пустые, все уничтожить. Да, все пустое. Робота тоже? Робот с нами пойдет. Хорошо, под голограммой открываю портал в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Они перепрограммируют робота. Хорошо. Тоже верно. Зачем выбрасывать? Всех забрали. Отлично. Все. Поехали по частотам. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. На собаку что-то похоже. Да ты что?
отправляя в клетку тюрьму, снимается маски и голограммы, сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Уши висят, она лает. Собака, а что ты здесь делаешь? Она не знала, на какую частоту прийти. Ей выйти хочется. Он подцепил ее в доме. Он ее в квартире подцепил. То есть там было это. Хорошо, собака, ты хочешь уйти, да? Да, она хочет уйти. Отлично. Открываю сейчас портал на частоте этой собаки. Светлая, 1, 2, 3. И собака уходит в свой мир. Закрывай, опечатывай, расстреляй. Она дышит, так как собака побежала туда, хвост кверху. Короткий. И отлично. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо, Норманс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Он смотрит на себя, на руки. Разводит руками, от него волны энергии идут. Прекрасно чувствую. Я забыл-то эти чувства. Норманс, вы помните? Постараюсь держать эти энергии и состояние внутреннего спокойствия. Мы перешлем вам этот сеанс, и кроме того, наш администратор перешлет вам текст манифеста на вашем языке. Читайте его, мы передадим вам видео, обучающее, как заправляться энергиями и поднимать все вибрации. Не забывайте сбрасывать негатив каждый день вечером, чтобы он у вас не накапливался. Выдавливаете этот шар и скидываете в галактическое ядро, потом галактическое ядро закрываете. Обязательно визуализируйте, как это все происходит. Даже если вы четко не видите, ваша уверенность в том, что это работает, и есть тут ключ. Если вы не верите, ничего не работает. Хорошо, сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробо-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Я уверен, больше у вас не будет таких переездов частых, потому что это была работа Джина, а все остальное вы услышали, кто за что был ответственный. 6 интерферентов сидели в вашем биополе и 1 неупокоенная собака, ее душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Нормунса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке и каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.